Оба. Вот так вот это выглядит. Смотрите, смотрите, сейчас будет фокус. Здравствуйте. Здравствуйте. Лёвушка, который символизирует нашу прекрасную школу Exprobio English. Don't bother. Just put... And marketplace holding it out. So, as a sprint... And you noticed that Nokia didn't say, oh my god, what about all those people in Sweden and other places? But, Мы сегодня выпускаемся, как прилежно. All right, graduates, let's... специалист. Закончились мои курсы маркетинга, которые длились всего 5 недель. И действительно всего 5 недель, потому что прилетело это очень быстро. И не хочется покидать школу, правда, не хочется. Вот эта атмосфера здесь, это не передавая. Из минусов действительно иногда чувствовала, что ну как бы образование должно быть серьезным, а я здесь как бы смеюсь, сижу на уроках, и ну вот так вот. И, наверное, от университета курсы брать лучше. Единственное, что если вы действительно стремитесь что-то получить, какое-то знание. Здесь же, да, сертификат классно, да, ребята хорошие, да, интернациональная штука, язык улучшается, язык, правда, помогает это все, потому что начинаешь с первого дня говорить и такой, хо-хо, не знаю, как это объяснить, в общем, все остальное, возможно, не про прям сильное-сильное образование, а про летние курсы, поэтому как летние курсы, это супер, поэтому проводите лето с пользой, не переключайтесь, оставайтесь с нами и удачи!